Всем доброе утро. Короче, быстренько расскажу сон, который снился, хотя еще глаза не разлепились. Проснулась я в 6 утра, поставила будильник, потому что мне в 9:05 урок по польскому. И, короче, снова заснула. И вот это мне такой уже повторяется ритм, я не знаю, откуда он взялся. И пока, короче, заснула, и приснился мне сон. Сон не то, что странный, а вообще супер странный. Короче, мне приснилось, что мои кумовья купили дом. И я перед этим почему-то пошла туда вечером, что-то там сделать или что-то такое. И, короче, тут приходит толпа риэлторов вроде. И они там, типа, у них какое-то сборище. Ну, они, видя меня, не подумали, что я там кто-то это. Они, типа, подумали, что я тоже риэлтор. Короче, девчонки, пацаны такие молодые риэлторы все. В общем, эта толпа гуляет, веселится. Потом они, короче, ну, там кто где разбрелся, и один парень постоянно на меня зыркает, как будто заинтересованно, это сексуально. Ну, он, типа, так зыркает, и, короче, это, типа, меня заводит. Видите, вам какие подробности. И, короче, это меня заводит, ну, потому что в наше время уже все мужики в основном стали пассивные. Они, короче, не реагируют, они знают, что женщины, так кофе распаковывают, сами все. Ну, вообще, суть не в том. Ну, он зыркал, да и все. И мне так приятно с ним общаться, короче, ну, то есть он там шутит что-то. В общем, соблазняет. Ну, потом я решаю, что надо уже мне идти домой, потому что еще фигачит. Потом я выхожу, открываю, пытаюсь открыть дверь, а там как будто как-то защелкнуто странно, как будто я думаю, блин, тут что, током закрыто, ну, типа, вот ток пропускают, ну, это ж сон. Потом все тоже выходили уже, а кто-то там остался, короче. Еще я так по коридору прошла в доме, и слышны были стоны, ну, в общем. Потом, короче, выше мы шли куда-то, и потом этот... Ну, в общем, толпа девчонок. А, еще девчонка какая-то говорила, давайте пойдем куда-то там. Куда-то, короче. Потом, погулять. Я говорю, не, я точно не пойду. А потом этот парень отделился от толпы и говорит, что, слушай, тебе, говорит, надо научиться вести себя, ну, типа, с людьми, мол. Говорит, чтобы ты там не... Что-то... не чихала, что-то такое. Ну, это ж сон, это ж... Во сне все возможно. Говорю, ты знаешь, говорю, я не риэлтор. Говорю, а как ваше агентство называется? Он семья. Что-то... Наша семья. Что-то такое, короче. Я говорю, понятно. И, в общем, а тут он прицепился, и, короче, у меня так, в общем, сторонку в сторонку, и тут уже вторая картина, что мы в этом доме, с этим парнем, типа, у нас уже все было. Я так все спокойно сижу, типа, это, ну, он такой, в общем, что-то разговариваем, и что-то, короче, ну, в общем, он, типа, как лащится, как, знаете, как вот это до меня. И так я проснулась, думаю, ё-моё, бараньи яйца, это ж надо такое присниться. Так что такие сны бывают. Эротического характера и странного пугающего. Ладно, все. Буду сейчас кофе пить. Такая сонливость еще. Вот это у меня стала такая фишка. В 11 часов вырубает. Все. В 6 утра просыпаюсь. Снова засыпаю. До 6 до 8 снится такие сны. Снятся такие сны. Не знаю, что они мне пытаются намекнуть. Ой, короче,
Короче, дело к ночи, а я напрягся очень. Прошло занятие. Заенча. Фу, так хорошо размялась после того, как занималась. Потом так как потянулась, так прямо... В общем, что я могу вам сказать? Занятие прошло хорошо. Видите, на голове уже опять торчит все как попало. Ну, это уже потому, что волосы, я думаю, отросли. И поэтому они уже не хотят ложиться так, как я хочу. Они уже, короче, торчат куда попало. И поэтому... В общем... Сон уже забылся немного. Уже как бы думаешь, ну, что, сон дай сон. Просто мне такие сны не снятся. Вообще. Такие, чтобы с такими этими яркими картинками. Такие сны я не вижу обычно. Я еще даже кофе не допила. Так час пролетел, как один миг. Какие у меня планы? Мне пришли деньги, мне их надо срочно заплатить. Вончить и вывончить. Это просто учили эти слова, типа, ну, про бытовые приборы, там, включить-выключить, вывончить. И, короче, сломалось там... Сделали, в общем, ну там еще их надо мне усвоить. Вообще, я интересную такой факт читала, что все знания засвоиваются именно тогда, когда ты не занимаешься. То есть вот сейчас после занятия они начинают у меня усваиваться, вот эти вот все. И поэтому сейчас пока вспоминать смысла нету. Уже в следующих занятиях будем эти слова опять же повторять, ну и в тексте, и они запомнятся. Ну, как смогут запомниться. Потому что все так сразу не запомнишь. Это ничего страшного. Главное, что я с самого начала, в принципе, все наши люди, я думаю, с самого начала могли два слова связать и спросить, как куда дойти, как куда доехать. Потому что даже если вы будете говорить «твоя моя нести диван», то понятно, что вы хотите нести диван. Или там «твоя как идешь на вокзал», то все равно она понимает, что это не «как идешь», а «как пройти». То есть если так спрашиваешь, она там, полька слушает, думает, ну ясно, что я не говорю «как». И если я не говорю, ну в основном я, конечно, это зазубрила сразу. Что пани, и не пше прашам, а пша пр... Не, подождите, пше прашам, джинкуя, как-то пша прашам, по-моему, да. Поэтому вот когда пше прашам, мы еще, то оно смешно, блин, какое-то ж слово было, крутится в голове. Пше прашам, по-моему, так вот, пша прашам, не пше прашам. Вроде да. Надо будет... Ай, забуду все равно. Неважно. Шапрашам. Оно не А, не Е такое. Какое-то странное. Буква. И мне нравится, что я читаю. И, ну, польский текст. Я так... Шапрашам, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Я уже это говорила, но еще раз повторюсь. Просто прикольно того, что ты читаешь. А сейчас я хочу взять деньги... пойти снять и заплатить, взять пеньодзы и заплатить за кредит, потому для того, же если не зроби то, то пеньодзы бенджи потрачені. Пеньодзе не бенджи у мене, бо те пеньодзе шибко
шибко тратится на едение. Тратится. Вот такие-то дела. Ну, мне, конечно, мое состояние странно после... Я думаю, что это вот эти вот волшебные таблеточки. Ну, в смысле, вот это мой сон такой интересный. Ну, то есть, вот сейчас вам покажу, который. Можете... Не фитосет, нет. Фитосет – это фигня. Вамелан. Новые таблетки Вамелан. Написано экстракт мяты, экстракт мелиссы, экстракт корня валерианы и ликорской. Я думаю, что это после них. Я в 11 часов хочу спать. Четко. Раньше я не хотела спать. Вот не хочу и все. Значит, перевозбуждение какое-то. И я сплю, в 6 я могу встать. Сделались такие часы у меня неправильные какие-то. Но в 6 я не хочу еще вставать. Мне незачем. Я ложусь дальше спать. Просыпаюсь, из 6 до 8 мне снится какой-то сон. Яркий. Иногда, ну, снились то страшные. Ну, как, не страшно. Во сне было не страшно. Когда я проснулась, он стал страшным, потому что снились покойники, ну, умершие там. Но сейчас поминальные дни, поэтому их надо помянуть, я думаю. Ну, как, для нас. Для них я не знаю. Они, может, просто что-то хотят сказать, но не могут прямо сказать. И вот сегодня, я же говорю, этот сон снился. Такой яркий прям. Ну, сейчас он размылился, вот сейчас уже, после занятия. А то был такой яркий, такой четкий. Я прям проснулась аж в шоке. И парень, ну, это что-то значит по-любому. Но просто я не могу понять, что. Я понимаю, что сейчас многое скажут. Надо... Там мужика, дурака, не надо. Нет, он не значит прямо по факту. Он значит что-то другое. Значит, это какие-то перемены или что-то такое. В общем, ну, в любом случае, во сне неприятного не было. Страха во сне не было. Тоже, когда мозг проснулся, я осознал, что, ну, такой сон, и как-то стало немножко стрёмновато почему-то, потому что присутствует вегасосудистая дистония, и она все время говорит, все страшно, везде враги, все опасно, смотри, туда не ходи, сюда не ходи, все везде ждет, это ждет тебя опасность, будь осторожна, будь начеку. Ну, это так моя внутренняя какая-то сторона, страх какой-то. А вообще, мало ли что приснилось. Допустим, я живу в этой квартире. Хозяин этой квартиры, он молодой мужчина, который занимался этой квартирой, он умер. Я не знаю, где он. Либо у него что-то с сердцем, либо он был в АТО. Ну, я знаю, что хозяйка его мама. И вот этот хозяин умер. Может, это он мне приснился? Просто в каких-то образах, каких-то этих, я же не знаю. Потому что я тут говорю вам сразу, ощущаю какую-то энергетику какую-то. Бываю вечерами, особенно как кто-то с коридора оттуда вот на меня смотрит. Я оборачиваюсь, блин, прям, ну, чувствую спину, вот так вот сижу. Но сейчас нормально, потому что день, днем так не чувствую. И, короче, может, это снилось что-то из этого. Потому что я же говорю, в этой квартире тоже своя тайна. Ну, он не умер в этой квартире, но он тут дело все вот это вот все. Ему нравились эти старые двери, старые окна, полы, ну, в общем, кухню он все сам, ванну делал, ну, сам или не сам, в общем, полностью занимался этим жильем. То есть в любом случае какая-то часть его тут. И может быть это, что оно, ну, как задевает. А я сильно впечатлительная, и поэтому оно пробивается в мои сны. И при том, сейчас такие дни, я же говорю, что поминальные дни, надо будет его просто помянуть, тоже в список включить. Мне уже надо сейчас сесть и написать список. Но это я, наверное, пойду с воскресенья, потому что в воскресенье будет это все. И за всех отнесу, чтобы они там успокоились. Знаете, мультик видел какой-то, что, ну, типа,
души там возвращаются, если их помнят, ну, типа, и есть такие души, что их уже никто не помнит, там, ну, поумирали, ну, это мультфильм, ну, по сути, мультики и фильмы — это некоторые степени что-то могут предвещать и могут как-то отражать реальность. Взять даже мультфильм про Симпсонов. Вы представляете, сколько там совпадений про вот Трампа, президента, которого еще тогда не было вообще. Там много вот таких персонажей, которые материализировались. И даже я в шоке, реально, там фигура президента, но очень сейчас Трамп, это просто Трамп. Может, создатель как-то сотрудничал с этим президентом, создавал специально такое-то, ну, в общем, как-то странно. Но я не думаю. Там был даже момент, где какие-то выборы были, и вот это Барт, еще какой-то чувак, и типа у этого чувака 73% голосов на выборах. Это мультики, а у Барта 25%. Ситуация схожа с нашими президентами. То есть настолько все это интересно. Так что тут возможно тоже, что в мои сны врываются люди какие-то, энергетика, которая тут присутствует, я же тут живу. Я же вам говорю, что поначалу, как я пришла сюда, тут просто в комнате вырубился свет. Ну, там в этом, я вызывала электрика, даже он кручал лампочки, потому что я просто взял и вырубился. Вот. Вот. Это. Говорят, что это первый знак, что типа какие-то с потустороннего мира силы что-то пытаются. Потом, видимо, уже эта сущность привыкла ко мне. Потому что это же не первый раз, я же на квартирах живу часто, я знаю эти все эти. Но не на всех квартирах оно есть, не на всех. Я была на какой-то квартире, там не было, но там было много тараканов. Там была жуть как таракан. Мне кажется, что тараканы — это тоже нехорошая энергетика. В общем, если этим заморачиваться, то можно конкретно заморачиваться. Так вот, где были тараканы, этих сущностей я не чувствовала. Ну, на тот момент. В общежитии тоже этого не чувствовала. Потому что там настолько людей напихано, что там уже просто... А вот где поспокойней, вот так вот, оно это. Потому что перед этим я на квартире жила. Тоже там у меня и трещало стенки какие-то, как жуки трещали. А потом, когда я стала жить, оно перестало, все утихомирилось. Я уже поняла, что сначала ты приходишь, и что-то, какая-то сущность, она показывает, что она тут вообще живет. Что это такое за неподобство тут пришло какое-то. Но потом приходится смиряться, потому что, ну куда... Куда деваться нам? И я же говорю, что там был вырубленный долго свет. Потом, вот это не так давно вырубился в ванной. И я вкручу лампочку, она не вкручивается. Ну, я вот это всегда со страхом захожу в эту ванну, ну, в туалет, потому что я не могу ничего это. Мне надо кого-то попросить, но это ж надо попросить. Можно кума попросить, но я уж пока вытернешь из его ритма. И не знаю, короче. Не хочется никого просить просто. Вот такие-то дела. А вообще, может, это просто последствия наркоза и страха. Эти все вот эти вот суеверия, это никто не знает, как вообще. Глаз — это мозг. Это мне поковырялись в глазу. Что теперь можно хотеть? Конечно, будет и страхи, и может... Может, это какие-то глюки моего мозга, может, это, ну, может, это, как люди говорят, там, открылся канал или что-то. Ну, по-всякому можно интерпретировать, но дело в том, что это прикольно. Мне кажется, что это прикольно. Хоть и страшно, страх — это совсем не прикольно, но мне кажется, что это очень даже прикольно. Так что сейчас я беру себя, снимаю, короче, деньги. У меня там 3000, надо их быстренько. Быстренько их надо. А то уже вчера метила билет купить с Варшавы до Киева. Потом думаю, не спеши. Тебе же надо погасить этот кредит.
Потому что сейчас снова туды-сюды, туды-сюды. Потом купишь. Ну, не будет на самолет дешевых. Ну, купишь на поезд. Подумаешь, 16 часов поедешь. На поезд будут. И они за месяц их, по-моему, только продают. Поэтому говорю себе так, не спеши. Купишь в середине мая. Ну, шо, проблема или шо? Прям конец света, все, последние билеты. Просто уже оформила, вот что ночью, вот это, ну, в 11 вечера, так уже тык-тык, думаю, нажать, купить, купить, не купить, купить, не купить. И так себе это. Ну, там просто билет где-то 1500-1600 будет стоить. Ну, через Wizz Air приложение. И там вес, ну, багаж можно вроде 20 килограмм. Ну, потому что есть дешевые, но без багажа. Без багажа я ж не смогу, я ж буду с чемоданом. И, короче, с ноутбуком же, наверное, потому что как я буду видео загружать. С телефона я не могу включить такую монетизацию. Я пытаюсь как-то зайти с телефона, типа, полная версия. Потому что только с полной версии. Но она мне перекидывает на приложение, и все. И хоть ты стреляй ему. Хоть кол на голове тиши, как вот говорят. Ну, в общем, вот это вам такие наговорила свои истории. В общем, такой у меня распорядок, что уже несколько ночей, наверное, вот так вот. Не, ну это не каждую ночь, а так вот просыпаюсь в 6 утра, засыпаю, и снится какой-то такой сон яркий. Это не каждую ночь, это уже через ночь у меня что-то произошло, видимо. Видимо, что-то произошло, или просто грядут перемены, и оно вот это вот что-то мне пытается рассказать заранее, показать. Знаете, когда-то мне приснился сон, это еще до операции, так что можно сказать, что это не больной мозг, воспаленный. А, приснился сон. Так я типа утят видела каких-то маленьких, желтых, ярких, короче, они так шли, это, гуськом. И после этого, ну, я почитала в интернете, что-то означало прибыль там, ну, в общем, такое. Ну, хорошее, но в любом случае сон был хороший, потому что ощущение видеть желтеньких утяток красивеньких. И после того я открыла магазин свой. Я нашла средства. Мне это... Так, ладно.